познакомиться поближе с работой ведущих предприятий региона. Именно такую возможность получили ульяновские школьники и студенты. Акция «Неделя без турникета» проводится 2 раза в год и дает шанс юному поколению расширить кругозор и определиться с будущей профессией. Среди площадок, решивших показать и рассказать о всех своих секретах, оказалась трикотажная фабрика «Русь», которая провела экскурсию для учеников средней школы номер 52. Например, ассортимент вот уже частичек пошитов, да? Пижамы, да? Да, это пижамы или комплект для отдыха называется. Вот тельняшка мужская. Дети с удовольствием посещают подобные мероприятия. Не может не радовать их и отмена школьных занятий. Новые впечатления всегда, кстати, особенно в учебное время года. На самом деле никогда не были на таких предприятиях. Очень понравилось на таких крупных. Вот, понравилось очень, как шьют все пижамы, халаты. Акция вошла в федеральную программу работы в России, которая реализуется под эгидой Союза машиностроителей. Здесь важнейшие аспекты идут, это как раз профориентация молодежи, чтобы они не только на теории, но и на практике подбирали будущую профессию. И также закрепление молодых кадров в регионе, чтобы они подбирали будущую профессию не просто так, а на родных предприятиях в Ульяновской области. При огромном количестве офисных работников и нехватке сотрудников на предприятиях проведение недель без турникета просто необходимо. Акция дает возможность молодому поколению избавиться от предрассудков и предвзятого отношения к трудовой деятельности. Виктория Шикова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.